Добрый вечер. Начинаем концерт факультета исторического и современного исполнительского искусства Иоганн Себастьян Бах и его сыновья к 310-летию со дня рождения Карла Филиппа Эммануэля Баха. Просьба отключить мобильные телефоны. Вступительное слово доцент кафедры истории зарубежной музыки Московской консерватории, кандидат искусствоведения Суфия Гафутдиновна Мурталиева. Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно, мы очень рады приветствовать вас на этом замечательном мероприятии, на концерте, посвященном 310-летию со дня рождения Карла Филиппа Эммануэля Баха. Концерт приурочен конференции с таким же названием, которая состоялась вчера. На ней мы говорили и об Иоганне Себастьяне Бахе, о его творческом наследии, влиянии на развитие культуры, о его сыновьях, тоже ставших композиторами, выделяя Вильгельма Фридемана Баха, Иоганна Кристиана и, конечно, Карла Филиппа Эммануэля Баха, которого ректор Московской консерватории, доктор искусствоведения, профессор Александр Сергеевич Соколов назвал на открытии этой конференции первым авангардистом в XVIII веке. Действительно, в стиле композитора соединяются традиции эпохи барокко и классические тенденции, экспрессия чувства и парадоксальная выразительность языка. Музыка Карла Филиппа Эммануэля Баха была по достоинству оценена современниками. Поразительный факт вчера на нашей конференции поведала доктор искусствоведения профессор Лариса Валентиновна Кириллина, когда рассказала о том, что кантата Карла Филиппа Эммануэля Баха «Утренняя песнь творения» на слова Клопштока, созданная в 1783 году и в 1784 году уже напечатанная, была собственноручно переписана отцом Бетховена, а сам Людвиг ван Бетховен потом хранил экземпляр этой рукописи на протяжении всей своей жизни. Мы благодарим всех, кто принимал участие в конференции, кто выступал с докладами, и многих я сегодня здесь вижу, и мы этому очень рады. А сегодня, как и вчера в заключении нашей конференции, музыка Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Кристиана Баха и Карла Филиппа Эммануэля Баха прозвучит в исполнении студентов и преподавателей факультета исторического и современного исполнительского искусства, вместе с которыми кафедра истории зарубежной музыки Московской консерватории организовала баховские мероприятия. Предваряя программу концерта, хотелось бы обратить внимание слушателей на несколько произведений. Прежде всего, мне хотелось отметить сонату для двух скрипок и басса «Континуо», написанную в 1749 году и опубликованную в 1751 году, имеющие авторские ремарки в самом нотном тексте и названную «Разговор сангвиника и меланхолика». По сути, два человеческих темперамента ведут в музыке разговор между собой. А во втором отделении прозвучит замечательная клавирная фантазия в сопровождении скрипки, созданная на закате жизни Карла Филиппа Эммануэля Баха в 1787 году, которая на первой странице рукописи содержит такое очень простое и трогательное название «Чувство Баха». Я желаю вам приятного вечера, добра и мира. Спасибо. Иоганн Себастьян Бах. Соната для виолы да гамба и клавира «Ре мажор» в четырех частях «Адажо», «Аллегро», «Анданте», «Аллегро». Исполняют Ангелина Николовска, виола да гамба, Ирина Красная, орган.
Thank you.
Карл Филипп Эммануэль Бах. Свободная фантазия до мажор из 6-го собрания для профессионалов и любителей. Исполняет Софья Азен, хаммер-клавир, класс доцента Александры Алексеевны Кореневой.
Карл Филипп Эммануэль Бах. Соната для траверс, флейты, скрипки и басса континуо ля минор в трех частях. Аллегретто, адажио, аллегро ассай. Исполняют Ульяна Живицкая, траверс, флейта, Анастасия Алимова, барочная скрипка, Арина Махова, барочная виолончель, Алсу Валиахметова, клавесин. Классы профессора Ольги Викторовны Мартыновой, доцента Алексея Олеговича Шевченко, доцента Дарьи Александровны Барковской.
Карл Филипп Эммануэль Бах. Соната для двух скрипок и баса континуо. Разговор между сангвиником и меланхоликом. До минор. В трех частях. Аллегретто престо, адажио, аллегро. Исполнители. Заслуженная артистка России Маргарита Спиридонова, барочная скрипка. Геннадий Акинфин, барочная скрипка, Андрей Спиридонов, барочная виолончель и Федор Строганов, клавесин. Thank you.
Окончилось первое отделение концерта «Антракт».
начинаем второе отделение. Иоганн Кристиан Бах. Соната для двух клавиров соль мажор. Сочинение 15, номер 5. В двух частях. Аллегро. Темпо ди минуэтто. Исполняют Алсу Валиахметова, клавесин. Вера Нижарадзе, хаммер-клавир. Класс профессора Юрия Вячеславовича Мартынова. Thank you.
Thank you.
Карл Филипп Эммануэль Бах. Клавирная фантазия в сопровождении скрипки фа диез минор под названием «Чувства Карла Филиппа Эммануэля Баха». Исполняют Федор Строганов, клавесин, и Геннадий Акинфин, барочная скрипка.
В заключение концерта прозвучит Иоганн Себастьян Бах. Концерт для клавесина и струнных ре минор в трех частях. Аллегро, адажио, аллегро. Исполнители: Федор Строганов, клавесин, Геннадий Акинфин, барочная скрипка, Маргарита Спиридонова, барочная скрипка, Николай Дарий, барочный альт, и Андрей Спиридонов, барочная виолончель. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.